Парк технологического транспорта обновляет ArcelorMittal Темиртау. Три новых крана приобрели для ведения строительных, дорожных и других видов работ на предприятиях угольного департамента. В марте ожидается еще поставка 6 новых самосвалов. Накануне в торжественной обстановке водителям вручили ключи от новых машин. Как это было, наблюдала наша съемочная группа. Новую машину Владимир Квитов проверяет сразу. Машинист автокрана с более чем 20-летним стажем такой обновке рад. Здесь и уровень комфорта в кабине выше, и панель приборов солиднее. Компьютеризированная система управления позволяет производить необходимые манипуляции согласно правил безопасности. Улучшены обзорные характеристики и повышенное внимание уделено комфортности работы. Все приборы работают. Ветра дует, все силы ветра показывает, грузоподъемность показывает, АГП все работает. Там, ну, короче, все. Машина вообще хорошая, лучше, чем дальше советские, более безопасные. Там уже ничего, хочешь, если что-то хочешь нарушить, там уже не нарушишь ничего. На сегодняшний день ArcelorMittal Темиртау уже существенно обновила парк грузового и пассажирского транспорта. К слову, в марте управление технологического транспорта ожидает поставку еще 6 новых большегрузных самосвалов. Выполняя программу по техническому перевооружению УТТ, в прошлом году получили много техники, и самосвалы, и автобусы. Вот в этом году это первый транш, 3 крана. Еще ожидаем 12 автобусов где-то до конца месяца. Эти 3 новых крана грузоподъемностью 25 тонн каждый. Мобильность машины и инновационная гидравлическая система обеспечивают высокую популярность таких машин среди производственных предприятий. Вылет стрелы у данного автокрана является в пределах 35-40 метров, что позволяет нам в угольном департаменте закрыть все позиции для производства. Ранее у нас были краны менее грузоподъемности, вылет стрелы был, соответственно, в 2 раза меньше. Приобретенный транспорт ускорит и облегчит производственный процесс, говорят водители. К тому же новая техника полностью закроет потребность предприятия в работах по перемещению грузов. Антон Александров, Серик Тагаев, Николай Шевелев. 5 канал.